Софиевка прошел конный флешмоб в поддержку кандидата в президенты Салтанат Турсунбековой. Мероприятие организовали представительницы Республиканского общественного объединения «Казах Аналары» Дастурге Жол. В нем приняли участие порядка 30 человек. Напомню, с начала предвыборной агитации Турсунбекова побывала в 7 регионах, провела ряд встреч и ответила на вопросы жителей о своей предвыборной программе. Ее поддержку развернули 20 региональных штабов.